Всем привет! Мы на канале Породные куры в Оренбурге. Меня зовут Вадим. 7 сентября. 10 утра. Убрался, вот накормил птицу. И такое короткое видео. Поделюсь своими наблюдениями. Что-то коты, наверное, идут, забеспокоился. Вон Васька пришел. Такими вот наблюдениями поделюсь. Вот тут на свободном выгуле у меня тут молодые петушки этого года. Тут все-все петушки этого года. И вот среди них вот тут несколько прошлогодних куриц. Молодка-то вся отдельно сейчас сидит. А тут вот прошлогодних несколько куриц. Вот пушкинская. Вот хохлатая, видите. Вон пушкинская. Вот еще хохлатые. Ну, короче, 4 хохлатых тут, одна царскосельская, и 3 хохлатых, одна царскосельская и 4 пушкинских. Вот прошлогодние курешки. Вот, который поздний вывод был. И вот что заметил, петухи все этого года. Вот, петушкам по 5, по 6 месяцев тут. И вот на свободном выгуле сами выходят, сами заходят. И про что хочу сказать-то, когда заходят на ночь, доступ свободный, вот в любой отсек заходи, там в сарае разделен на отдельные клетки, типа того, и вот в одну клетку заходит всегда вот этот петух, вот этот пушкинский, и с ним 4 курочки пушкинских, никого больше там нет. Вот это, видите, как они понимают свою породу. Он не был ихней семьей, то есть это не семья была, курочки прошлогодние, петушок этого года, но тем не менее заходит Васька. Я думаю, чего не пугается, Васька вот пришел, видите, охрана рядом. Васенька, думаю, Васенька. Вот. И вот заглядываешь, сидит пушкинский и 4 пушкинских курочки. Все другие по другим вольерам. Никого больше туда не пускают. Вот. Как он понимает, что это его детки. Вот его породы, вон они. Вон две, ну, 4 штуки тут где-то лазят. Они вывод того года августа. То есть им только год вот исполнился. Молодые, они в зиму вошли совсем как цыплятами еще. О, начальник охраны, смайлик. Так они вокруг. О, это с Васькой теперь ругаются. Воспитывать пришел. Смайлик, что, Васька задирается на тебя? Вот. Вот такое вот наблюдение. Ни хохлатых с ним нет, ни царскосельской нет. Других петушков тоже не пускает. А вот 4 курочки пушкинских с ним. То есть он уже выбрал девок своей породы. Интересно. Прям не понимаю, как он их отличает. Вот. Ну вот так как-то. Тут петухов уже в основном всех вырубили. Мы позавчера, вчера не рубили, позавчера рубили, посчитали, сколько мы угрохали уже вот за эту осень. Это еще 6 штук зарубить, и будет 100 штук зарубили петушков. Вот. Сыну в Солилецк отвезли, заполнили морозилку. Сами с мясом на зиму, и еще рубить и рубить. То есть там еще подходит молодежь. Тут еще надо штук 6 убрать, наверное. И там молодежь подходит. Я даже не знаю, сколько там надо будет убирать. Ну, много еще. Петухов очень много. Намного больше, чем куриц получилось. Ну ладно, мясо тоже нужно. Мясо тоже нужно. Вот такие вот они. Вот, видите. Кабачки поедают. Черно-медный маран. Вот пушкинский. Ну, это у пушкинского я уберу. Он меня не прикалывает. Вон того оставлю. Вон он, хозяин. Он тут самый шишкарь. Вот петушок рыжий синцинзянь. Его оставлю. Он шишкует тут после пушкаря. Пушкарь вот его гоняет. На втором месте тот синцинзянька. Вот это тоже синцинзянька. Ну, может быть, его как резерв оставлю.
Там он еще синь-синь-зянь, тому дорога в лапшу, а вот эту, может, оставлю еще. Вот, вот барковский барвистый. Тоже шикарный петушок, но у меня я курочек продал. Курочек нет барковских. То есть кому-то могу продать или слопать. У него два путя. У него два путя. Вот как-то так. Все, спасибо за просмотр. Васька, ну-ка покажись. Вот он наш Васька. Вот он наш Васька. Сейчас им рыбку поели. Дед принес им рыбки. Охрана. Он еще идет. Маран. А тот мне больше всех нравится, маран. Да, он тот, наверное. Ага, вот он идет. Вон, вон, вон. Шикарный. Его оставлю. Однозначно. Ну вот. Пока-пока.